Дружная семья Вячеслава Хантеева, как и всегда, вместе. В этот раз на открытии аллеи в парке Воронежские озера. В семье 6 детей, сыночек и 5 дочек. Вячеслав говорит, хоть и трудно, но он старается всем уделить внимание. Например, сына Глеба возит на занятия по греко-римской борьбе и учит его ремонтировать мебель. Побольше внимания уделять ребенку, побольше делать совместных интересных вещей. Мы с ним много чего делаем. Собирать пистолетик, гранату и самолетик. И еще мы скоро сделаем корабль. Аллею семейное единение депутаты и жители города посадили благодаря проекту «Отцовское древо». Это уже вторая ее очередь. Организаторы говорят, аллея – символ взаимной заботы, крепких и дружных отношений в семье. Здесь же прошли мастер-классы и творческие мастерские для детей. Эта акция – один из итогов первого Всероссийского конгресса «Отцы и дети», который прошел в Самаре. На нем же и выбрали лучших отцов города. Одним из критериев выбора стали успехи детей в спорте или учебе. Акцию организовал комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа. Главное, чтобы отцы научились качественно проводить время, то маленькое время, которое они могут уделить своей семье. Потому что мужской пример отца, он очень важен для формирование человека. Отцовское движение, как наш совет отцов, в том числе вот сегодняшнее мероприятие, позволяет задать такой темп, настроение, образец и пример для других, на что ориентироваться. Это уже вторая очередь аллеи в парке Воронежские озера. Третью посадят в мае во время другой общественной акции. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.